Ребята, всем доброго утра. Пёса, тебе тоже привет. Сегодня у нас 19 июля. Едем на загрузку. Как ни странно, у меня будет боковая, потому что на улице дождь. Вчера за час в Москве выпала какая-то там 1/3 месячной нормы, что ли. Там по улицам прям лужи были. И сегодня нас ждет, короче, да. Ничего страшного, не растаем, не сахарные. У нас еще есть дождевик. В общем, подогрев зеркалов, что с утра я проснулся, все прям в воде. Поехали искать адрес, где-то Солнечногорский район, Лепнино какое-то, что-то, короче, такое. Повезем какое-то оборудование. Ладно, хорошей нам загрузки. С 9 работают, пока прибытие без 15:09. Ну, как говорится, пусть лучше будет запас. Тем более, это утро. Могут образоваться пробки. Вперед, поехали! Загрузиться бы до обеда и максимально поближе к Питеру подъехать, переночевать, утром выгрузиться, помыть автомобиль, помазать седло, сдать документы и все, и 2 дня выходных. Такая вот, ребята, территория, я уже весь в каплях, сходил, оформился. Так, где будем вставать, чтобы грузиться? Тут вообще вода. Да, затопило, конечно, все тут. Ребята, я открылся, но мне сказали, будут грузить только вечером. Какой-то, чего-то, в общем, не хватает. Не собран груз. Досочки все аккуратно сложены. Жду бумаги, ребята. Смотрите, здесь парк. Там рыбак. С удочкой рыбачит. Фига себе. Клево. Ребята, остановился в Вышнем Волочке. Нам нужно увидеться с Ванькой на Ивеке 800. Мне нужно забрать у него документы. Я, так как я поеду в офис передать. Жду его, где-то на подъезде должен быть. Похоже, собрался красный. Какой бы ни была дорога, грузовые шины Black Line придают уверенность за рулем, ведь они отвечают всем европейским стандартам качества. Создавая полноразмерные шины Black Line, наши инженеры применяют инновационные решения с опорой на мировой опыт. Разработанный ими уникальный состав и протектор обеспечивают пробег до 350 тысяч километров, что ставит Black Line в один ряд с ведущими европейскими марками шин. Black Line – премиальное качество по доступной цене. Сделано во Вьетнаме для рынков Европы и России. Вот она, красная Ивека. Диодные эти штучки, у него там стол, как все красиво. Все, забираем доки и поехали. Кидай так! Кидай так! Ребята, добрались мы до стоянки. Времени 9 вечера. Здесь у нас ночует Серега, ему на Москву, мне на Питер. Я говорю, тебе оставил место, третьим будешь. Я говорю, ну все, вижу Серегу. Паркуемся. Чистенький весь, с мойки. Ай-яй-яй. И я яичницу пожарю. Хочу яичницу с колбаской. Ребята, всем доброго утра. Времени 7:28. У нас стоит Макс на КамАЗе. И Серега. Я поехал. Чуть пораньше выспался, нам сегодня нужно выгрузиться, смотать ремни, помыть автомобиль, помазать седло, сдать документы. И все, ехать домой. Завтра подстригаемся, едем, ребята, в деревню. Будет рыбалка, будут грибы. Короче, будет отдых на 2 дня. Ребята, мы уже в Питере. Сейчас заберем еще у Миши бумаги. Я как бухгалтер собираю у всех бумаги. Так. Ребята, я прибыл. Это Пушкин. Мы сюда ездили на экскурсию. Здесь все в маленьких таких деревьях. Закрытая территория. Грузовикам категорически нельзя. Но у меня бумажки, по которым я могу заехать. Смотрите, какая там красота. Такие здания. Это будет куда-то грузиться, короче, вся эта конструкция. Нас будет выгружать. Через полчаса приедет погрузчик. Но я сказал, что на час. Времени 12:12. Чтобы у меня было время спокойно открыться и отмотать ремешки. Переодеваемся и пойдем заниматься. Да. Молодцы, прибыли вовремя. Ребята, как на пит-стопе. Выгрузили быстро. Погрузчик такой, как он называется правильно, у которого выдвигается лапа, и он может на расстоянии брать.
парнишка вообще четко попадал в эти дырки. Так, а я могу там выехать? Нет, Николай? Могу. Наверное, да. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот, вот он, погрузчик. Тут стрела выдвигается. Шустро так выгружает парень. Так, все, мы поехали. Я умылся, ребята. И едем на базу мыть машину. Вперед. Ребята, петербургское небо. Как я скучал в Омске, в Тюмени, в Челябинске. Вот поэтому. Пасмурно. 19 градусов. Это нормально. Да, у меня загорелся, ребята, значок. Масло поменять поменяли, а компьютером не сняли. По компьютеру подошла замена масла, но мы его меняли. Вот, на ТО. Надо будет убрать ее компьютером. Подцепить компьютер и убрать. Вот, здесь прохладно. Классно. Поехали на базу. Нам бы успеть как-то до пробок еще до дома добраться. Стирка, стрижка, мойка автомобиля и в деревню. Вдвоем ребята моют. Сейчас чистые будем. Заезжаем, ребята, снимать вот эту вот ошибку. ТО, немедленный ремонт, замена масла. О, Владик. Привет. Пойдем пока в столовую, нам все снимут. Шеф меня поснимал, я его тоже снимаю. Иду, ребята, менять платон. Новый. Да. Всем привет, шеф. Всем здрасте. К нему подписка и ставьте лайки. От меня подписка и дизлайки. Одни подписки. Здесь Валерин красавец, у него кулер у кирдык, как и у Миши. Не знаю почему, лопнул. Чтобы, ребята, заменить платон, у меня в платоне, не знаю почему, сделано так, что не вытаскивается вот здесь вот штекер. Он у меня для того, чтобы на гоне свернуть штекер. Да? И чтобы поприкрыть. У меня уходит провод там и там. Поэтому меня не ставят на обратки с каких-то режимных объектов типа зоны, там такого ИК, потому что там запрещено заезжать с любыми проводками. И это скажут все убирать, а это чтобы убрать, как видите, Влад принес набор и сейчас будет мне курочить всю панель. Так, я убираю енота тогда получается и освежитель. Ну, потом. Все просто спрятано здесь. Там здесь. От Влада всем привет. Это убрать можешь, чтобы найти? Не мешал. Подожди, ой. А что она не застегивается? Я сломал новую машину. Нет, сейчас подожди. Так. Все, я сломал машину. Слушай, она застегивалась у меня. Может, сильная? А может, потише надо? А, все. Сильно давлю, короче, да? А обратно? Зачем? Все, вот так вот. Все. Ну, начинается ведь. Сломал машину сразу, видишь? Чай, пакетики, чай, зубная паста, блокнотик, пакетики под мусор, салфетки. Что там только нет? Пакетики под мусор. Наурек, неси птичка. Болгарку. Мерседес книга. Чего только нет. Ладно, все, мы разбирать. Надо сторонним скотчем. Ну смотри, я могу убрать. А, Влад, еще слушай. Флешка стояла на 32 гига, перестала записывать. Видишь, сейчас моргает. Угу. И она не форматируется. Я купил новую. Тебе ту флешку отдать? Да выкини их нафиг. Я взял на 64. На 60. 32 была, я на 64 взял. Эти флешки умирают почему-то, я не знаю. А знаешь, что мне как объяснили? Что она в момент, когда трясется, она думает, что это ну какое-то предаварийная фигня и сохраняет. Я даже в комп втыкал, просто комп ее не видит. Да, комп не видит. И сейчас вот у меня новая флешка. Ну, ту я не стал выкидывать, она здесь лежит в кармашке. Я тоже в стол складывал. Потом психанул. Слушай, ну вот там у меня внизу еще эта коробочка вся. Ты думаешь, так надо прям разбирать?
Но по-любому, да. Куда-то же они идут. Убрать коврик этот. Да, надо, наверное, снизу, что ли, сначала, блядь. А тут компьютер. Так, освежитель. Скрытие показало, что нельзя убирать скрытие. Да, можно, короче, ребята, не убирать ничего со стола. Опа. Сидите тут. Пу-пу-пу. Хочешь, я тебя достану? Вот здесь он. Это я убрал, это вот из-под под этой фигни. Чтоб она не светилась. А тут она будет потом делать. Она тебе нужна, этот освежитель? Ну, конечно, мне нужна, так как Андрюша болеет. Новый поставим. Вот, ребята, красота требует жертв. Чтобы не было видно провода, пришлось разобрать, блядь, пол Мерседеса.